Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем постоянной комиссии по иностранным делам и эмиграции Сената Италии Вито Петрачелли посетила освобожденный от оккупации город Агдам. Члены итальянского парламента воочию убедились в вандализме, совершенном в период армянской оккупации. Представители дипкорпуса посетили Джума-мечеть, руины Агдамского государственного драматического театра. Делегация была подробно проинформирована о военных преступлениях Армении, учиненных ими культурных, исторических и религиозных памятников, уничтожении их. Членам делегации рассказали о том, что до оккупации Агдам был одним из самых развитых городов не только Карабахского региона, но и всей республики. В Агдаме и селах района за период оккупации были разграблены, разрушены и сожжены дома, общественные здания, школы, детские сады, больницы, производственные предприятия.